В Могилеве обрушилось ограждение пешеходной части автомобильного моста. Оно отделяло пешеходов от края 20-метровой пропасти в воду, но в момент ЧП на тротуаре никого не было. Переправе через Днепр уже больше 50 лет, и через несколько месяцев была запланирована ее реконструкция. Но планы, как известно, имеют свойство меняться. Упавшие 6 секций ограды длиной 13 метров, вероятно, ускорят сроки работ. Пока же по тротуару ходить строго запрещено, а в целях безопасности проход закрыт.